Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу приготовить японское карри. В Японии для приготовления карри используют вот такие кубики карри. Но я таких кубиков не нашла, поэтому сама приготовлю карри-смесь. Также карри обычно готовится на говядине. Я же сегодня использую курицу. Я готовлю это блюдо впервые и посмотрим, каким оно получится. Давайте начнем готовить! Для приготовления карри нам понадобятся куриные грудки, репчатый лук, две картофелины, средняя морковь, вода, специя карри, эту специю можно найти в любом магазине, мука, черный молотый перец, соль и сахар. Картофелины нарезаю достаточно мелкими кубиками. Лук мелко шинкую. Мелко нарезаю морковь. Куриную грудку не надо нарезать очень мелко, можно нарезать на кусочки побольше. Приготовлю смесь карри. В миску отправляю муку, черный перец, сахар, соль и приправу карри. Размешиваю сухую смесь. В смесь вливаю воду. Продолжаю размешивать. Постарайтесь размять все комочки. В кастрюлю вливаю немного растительного масла. Обжариваем курицу до полуготовности. В кастрюлю кидаю лук, картофель и морковь. Обжариваем их 5-6 минут. Прошло 5 минут. Заливаем мясо и овощи водой. Оставляем тушиться на 7 минут на среднем огне. Блюдо кипит. Вливаю в него смесь карри. Нужно хорошенько перемешать смесь карри, чтобы оно не начало комковаться. Оставляем тушиться карри еще на 8-9 минут. Карри готово. Также к нему я сварила рис. Мне понравился вкус карри. Оно получилось пряным и немного остреньким. Напишите свое мнение об этом блюде в комментариях. Интересно будет почитать. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!